Между тем, инфляция в республике в годовом выражении достигла 17,7%, об этом сообщил председатель Нацбанка. Галымжан Пирматов отметил, что наибольшее влияние продолжает оказывать рост цен на продукты питания, который ускорился до 22%. Потому Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Там заверили, эффект от повышения базовой ставки не будет мгновенным, он появится баланс на внутреннем валютном рынке. Ранее базовая ставка была на уровне 14,5%. Thank you.